Будет ли эффективна новая система ликвидации отходов в регионе, тоже пока загадка. Зато точно стало известно, разработка масштабной мусорной реформы завершится уже 17 ноября. Благодаря этому станет возможным отследить весь путь отходов от контейнерных площадок во дворе до полигона. Предполагается, что после этого новые свалки возникать не будут. По всему региону готовятся оборудовать больше 1500 площадок для временного накопления отходов. Сдвинуться с мертвой точки должен и вопрос по переработке мусора. Для этого в регионе хотят возвести 17 специализированных мобильных комплексов. Планы масштабные, посмотрим, что удастся реализовать в итоге.